Новоиспеченная семейная пара Джордж Клуни и Амаль Аламуддин прокатились по Венеции в свадебном кортеже. До этого они сочетались узами брака на частной церемонии, которая состоялась в роскошном семизвездочном отеле «Аман» на Гранд-канале. Прокатиться по каналам Венеции пара решила на деревянном катере с романтическим названием «Аморе», что с итальянского переводится как «любовь». После этого Клуни и Амаль направились на ланч. Свадебный кортеж молодоженов вызвал настоящий фурор. Помимо того, что за ними вплотную следовали катера с фотографами, на мостах пару встречали и поздравляли криками простые прохожие. Клуни 53 года, его избранница 36. Он известный голливудский сердцеед, который 22 года не решался расстаться с холостяцкой жизнью, дав соответствующее обещание после предыдущего брака. Она британка ливанского происхождения, известный специалист по международному праву, а также правозащитница. По некоторым данным, ее клиентами являются Джулиан Ассанж и Юлия Тимошенко. Среди именитых гостей церемонии были Мэтт Дэймон, Синди Кроуфорд, а также Брэд Питт и Анджелина Джоли. Кстати, последние тоже недавно сыграли свадьбу. Правда, их церемония была намного более закрытой и состоялась во французском поместье пары. На ней, по сути, присутствовали только их дети.